И помогали им в этом телефонистки. Особенно одна телефонистка старшая была вот в этом отделении международных переговоров, которой Высоцкий посвятил песню «07». Правда, когда он ее спел, она говорит, она не поняла юмор. Говорит, почему 07? Это к нам не имеет никакого отношения. Какая там Тома? Ты же знаешь, как бы. Он говорит, ну ты, подруга, даешь. Как же я этот длинный номер в песню запихнул? Там? А Тамара говорит, ну ты же сама просила не афишировать, кто нам помогает. Такая песня. Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома. 72-я, жду дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. Дьяволу в Селине, я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите, вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное, впереди поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что релетом с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыхание затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечаете, здравствуй, это я.